In my presentation, I will draw on my experience working with Israelis and Palestinians, Muslims, Christians, and Jews, as well as internationals during times of war and terror. В своей презентации я буду обращаться к своему опыту работы с израильтянами, палестинцами, мусульманами, христианами, евреями, а также к своему опыту межнациональной работы во время войны и террора. But before I start, I want to begin with a brief act of imagination. Но прежде чем начать, я хотел бы провести короткое активное воображение. Just relax, shut your eyes. Просто... Now imagine... Включите, пожалуйста, микрофон. Imagine you just received an urgent message. Просто расслабьтесь, закройте глаза и представьте, что вы только что получили срочное сообщение. The message says you're going to die tonight at midnight. How do you feel? What thoughts are passing through your mind? What do you want to do first? И в этом сообщении говорится, что вы умрете сегодня вечером в полночь. Что вы при этом чувствуете? Какие мысли приходят вам на ум? Что вы хотели бы сделать? Okay, hold on to that last thought and very gradually come back to the rest of it. И сохраните эту последнюю мысль, которая была у вас, и постепенно возвращайтесь. My first reaction to recurring violence and suicide bombers is a relentless confrontation with my death. Моя первая реакция на повторяющееся насилие и акты террористов-смертников — это неумолимая конфронтация с моей смертью. Every day I wake with a lingering sense that this will be my last. Каждый день я просыпаюсь с непокидающим меня ощущением, что этот день будет моим последним. Most spiritual traditions place a great value on an ongoing confrontation with mortality. Большинство духовных традиций придают огромное значение непрерывной конфронтации со своей смертностью. Imagining the reality of my death keeps priorities exquisitely clear. Когда я воображаю свою собственную смерть, это позволяет мне совершенно ясно видеть свои приоритеты. I had many near-death encounters. У меня было много околосмертных столкновений. One occurred as I was showing out an assam, the patient out of the office, and a voice distorted by loudspeakers called out to us, "Please remain indoors." Один такой случай произошел, когда я провожал своего анализанда из офиса, и голос, искаженный громкоговорителем, обратился к нам. Пожалуйста, оставайтесь в помещении.
Stepping back, we watched the bomb squad disarm a bomb lying across my street. Мы отошли назад, наблюдая при этом вместе, как отряд минеров обезвреживал бомбу, которая лежала на другой стороне улицы. At that moment, we were no longer analysts and analysand, but victims of a participation mystique of helplessness that seemed to break down the boundaries between us. В тот момент мы больше не были аналитиком и анализандом. Мы были жертвами мистического соучастия в беспомощности, которое, казалось, сломало границы между нами. To do analysis, we need a safe container, the magical enclosure of the Temenos that says, here we are safe. Here we can explore even the most violent fantasies, so long as it remains fantasy. Для того, чтобы проводить анализ, нам необходим безопасный контейнер. Магическое огороженное место Теменоса, которое говорит, здесь мы в безопасности, здесь мы можем исследовать даже самую насильственную фантазию, пока она остается фантазией. Once the boundaries between fantasy and reality are gone, analysis seems to become impossible. Когда границы между фантазией и реальностью исчезают, то впечатление, что анализ больше невозможен. Yet in Israel and in Ukraine, we're forced to do analysis in the shadow of terror and war. Тем не менее, в Израиле и в Украине мы вынуждены проводить анализ в тени террора и войны. Yet, as I said, intentional mass violence attacks not only the body, but the psyche, attacking our primordial sense of security at the very ground of our life can become brutally and unexpectedly fragmented. Намеренное массовое насилие атакует не только тело, но и психику, атакует само наше первичное ощущение безопасности, что сама почва, основа нашей жизни может быть настолько жестоко и неожиданно фрагментирована. In Israel, at the time of the daily explosions, I would become uncharacteristically fearful when an analysand was late, especially if I knew they were coming by public transportation. В Израиле во времена ежедневных взрывов я начинал в нехарактерной для себя манере бояться каждый раз, когда анализант опаздывал, особенно если я знал, что он добирается общественным транспортом. I would dread the phone call telling me that one of my patients was blown apart. Я страшился телефонного звонка, который сообщит мне о том, что один из моих пациентов взорвался. The Temenos, the holy center of the Greek temple, is one of the central metaphors that Jung chose to describe the therapeutic process as protected, sacred, or as we say in Hebrew, open to heaven. Теменос, священный центр греческого храма, это одна из центральных метафор, которую Юнг выбрал для того, чтобы описать терапевтическое пространство как защищенное, священное или, как мы говорим на иврите, открытое небесам. Where we can meet the unconscious and the self in a place of shelter. Где мы можем встретиться с бессознательным, с самостью, вместе убежища. We like to think of the Temenos as something stable or even eternal. Нам нравится рассматривать Теменос как что-то стабильное, даже вечное. But in times of collective intrusive violence, the Temenos is easily lost. Но во время коллективного вторгающегося насилия Теменос легко теряется. In the shadow of war and terror, we need to think how we regain Temenos when it's lost. В тени войны и террора нам необходимо научиться тому, как возвращать Теменос, когда он потерян. So I've come to understand that Temenos is something that we have to, is maybe lost, but subsequently regained in a dynamic cycle of Temenos lost, Temenos gained, Temenos lost, Temenos regained. Поэтому я пришел к пониманию, что Теменос — это что-то, что может быть потеряно. Но впоследствии возвращено в динамическом цикле. Теменос потерянный, теменос возвращенный. I have chosen a specific object which for me symbolizes and embodies the therapeutic process.
Я выбрал определенный предмет, который для меня символизирует и воплощает терапевтический процесс. For me, it's a painting by Vermeer, The Woman in a Blue Dress. Для меня это картина Вермеера «Женщина в голубом в синем платье». It shows a pregnant woman reading a letter next to dining room chairs in front of a large map. На картине изображена беременная женщина, которая читает письмо рядом с обеденными стульями перед большой картой. Pregnancy, a letter from a faraway presence, even the map to me represent the stages in the analytical process. Беременность, письмо издалека, даже карта для меня представляют стадии в аналитическом процессе. This painting is the altarpiece of my temenos. Эта картина является алтарем моего теменоса. When the temenos comes under threat, or when I have to rush with a patient to the bomb shelter, in my imagination, I take that picture with me. Когда теменос оказывается под угрозой, или когда мы с моим пациентом спешим в бомбоубежище, в своем воображении я беру эту картину вместе с собой. And symbolically put that painting on the wall of that liminal space. И символически я помещаю эту картину на стене в этом лиминальном пространстве. Having her image with me helps me to retain and regenerate the temenos. Когда этот образ со мной, это помогает мне сохранить и восстановить теменос. At other times, I may take an actual object, like I have a small shaman's dream figurine made of whalebone that I literally take with me when I have to run. В других случаях я действительно могу с собой взять непосредственно предмет, как, например, статуэтку из китового уса «Сон шамана», и тогда я ее в буквальном смысле беру с собой. I want you to think of an object that you might take in your imagination, or literally when you feel the temenos is being lost. What would you take? Я хотел бы, чтобы вы сейчас подумали о том предмете, который вы могли бы взять с собой, либо в буквальном смысле, либо в вашем воображении, когда теменос оказывается потерянным. As Jungians, we're fascinated by dreams. Как юнгианцев, нас увлекают сны. As my close colleague Tamar Kwon discovered in her surveys of hundreds and hundreds of dreaming under fire, dreams can help us detect emotional distress even when there are no specific symptoms of PTSD or other psychiatric symptoms. И как моя близкая коллега Тамара Крон обнаружила в своем обзоре сотен и сотен примеров сновидения под огнем, сны могут помочь определить эмоциональное расстройство, даже когда нет каких-то конкретных симптомов ПТСР или каких-то других психических расстройств. Early detection and early treatment can prevent the severity of a delayed PTSD. И раннее определение и раннее лечение может помочь избежать серьезности отложенного ПТСР. Working with dreams enhances our ability to cope with the continual stress situation
and to recover from emotional distress. Работа со снами усиливает нашу способность справляться с постоянными стрессовыми ситуациями и также восстанавливаться после эмоционального расстройства. Even just keeping a dream diary alone, was in the words of one of the women, self-therapy. Даже если вы просто ведете дневник сновидений, уже самого этого, по словам одной женщины, достаточно. Само это является самотерапией. Юнг himself in a 1938 seminar spoke of how concrete recurring dreams can be gradually altered into symbols, allowing the shock to be absorbed and integrated into the individual's psyche. Сам Юнг на семинаре в 1938 году говорил о том, как конкретные повторяющиеся кошмары можно изменить в символы, позволяя шоку быть снова вовлеченным и интегрированным психикой индивида. I now want to give you a few examples of how external violence entered deeply into the dreams of my patients. И сейчас я хочу привести вам несколько примеров того, как внешнее насилие вошло глубоко в сны моих пациентов. Yes. These dreams reflected how bombings penetrated the psyche and then seemed to attack the very core of the person. Эти сны отражают, как взрывы бомб проникнули в психику, и затем, казалось, атаковали саму сердцевину человека. A 30-year-old female teacher in the process of a career change came to me at the height of the Intifada in Jerusalem. This was one of her most powerful dreams. 34-летняя учительница, которая была в процессе смены карьеры, пришла ко мне в разгар Интифады в Иерусалиме. И это было одним из ее самых мощных снов. In my dream, I had bombed an educational institution in the old city at which I had studied. In the next scene, I was helping children escape from the building that was in danger of collapse until somebody came to stabilize it. В моем сне я подорвала учебное заведение в старом городе Иерусалима, в котором я училась. И в следующей сцене я помогала детям выбраться из здания, которое было под угрозой обвала, пока кто-то не пришел для того, чтобы стабилизировать его. Jerusalem is a natural symbol of the self. It is both the city of peace and represents a yearning for peace. Иерусалим — это естественный символ самости, и он является городом мира, и одновременно он представляет тоску по миру. One of the meanings of Jerusalem in Hebrew is you shall see peace. Yeru shalom. Yeru salem. Одно из значений Иерусалима на иврите — это «ты увидишь мир». At its best, it holds together the opposites in the form of a mandala, pointing to something higher. В своем лучшем проявлении он удерживает в себе противоположности в форме мандалы, которая указывает на нечто высшее. At its worst, it's gripped by violence committed in the name of a jealous god. В своем худшем проявлении это он охвачен насилием, совершаемым во имя ревнивого Бога. Returning to the dream, the dreamer, although not based in the old city, would have spent considerable time there. И сейчас, возвращаясь снова ко сну, сновидица, хотя и не проживала в старом городе, но она проводила там значительное количество времени. In this dream, my Anna Lassand is both attacker and rescuer, internalizing the cycle of violence and seemingly caught up in a sufficient endeavor. В этом сне
Моя анализант является и нападающей, и спасающей. Интернализированный цикл насилия, который, кажется, запутался, оказался в ловушке Сизифова труда. Again, in normal times, I might have seen this dream as a circle of a destructive rage and a compensatory rescue fantasy, with the analyst saving the structure of the psyche from collapse under the weight of her own destructiveness. Опять же, в нормальное время можно было бы увидеть здесь цикл разрушительной ярости и компенсаторную репаративную спасающую фантазию, в которой аналитик спасает психическую структуру от распада под весом собственной деструктивности. But in the shadow of an actual bombing, the dream reflected her sense of being complicit in these events, that somehow, irrationally, she occupied both sides of the victimizer archetype. Но в тени непосредственных взрывов бомб этот сон отражает ее ощущение соучастия в этих событиях, что каким-то образом иррационально она занимает обе стороны в этом архетипе жертва-палач. A similar sense of psychic confusion is in the dream of another analysand, a 50-year-old religious and experienced mental health professional, that she was a therapist in her own right. И похожее ощущение психического замешательства отражается в другом, в сне другого анализанта. Это человек, которому 50 лет, и он, у него опыт работы в области психического здоровья. Тоже терапевт. And this is the dream. Вот он сон. There is terrible fighting between Israelis and Palestinians, and I don't know which side I'm on. In a large field, the plane strafes, that's shooting with bullets, down to the center again and then again and again, and the Queen's army prepares to storm a school. Происходит ужасная борьба между израильтянами и сражение между израильтянами и палестинцами, и я не знаю, на чьей я стороне. На большом поле самолет обстреливает центр снова и снова и снова. Королевская гвардия готовится к штурму школы. Not knowing which one side points to the psychic confusion and the urgent need for a third perspective. Незнание, на какой ты стороне, указывает на психическое замешательство или даже на насущную потребность в третьей точке зрения. The Queen's guard about to attack a school and the plane strafing again seems to have a personal, in a personal way, I would have seen maybe it's a paternal sky aggression. But now, under actual situations, I saw the archetypal damage done to self by the repeating cycle of violence and counterviolence. Королевская гвардия, которая собирается атаковать школу, подчеркивает вот эту двусмысленность. И этот образ самолета, который расстреливает центр снова и снова и снова, который в личном смысле мог бы быть понят как агрессия небесного отца, направленная вовнутрь. Но здесь это кажется архетипическим вредом, который причиняется самости в этом повторяющемся цикле насилия и контрнасилия. Strangely, this dream actually was a big dream because it almost predicted the Beslan school siege and massacre of 2004, which was the worst school massacre in history, in which over 300 people were killed. И странным образом, но этот сон, это был большой сон, который предсказал осаду школы в Беслане в 2004 году. И это была худшая бойня в школе в истории, во время которой погибло больше 300 человек. In another case, this was a physician who was very dedicated, but clearly he had a strong internalization of the aggressor and this confused inner identity. No, let me say it again. In another case, there was a clear internalization of the aggressor. А в другом случае была ясная интернализация агрессора. Этот человек, который врачом работал.
And it's illustrated by a dream of another patient who happened to be a very dedicated doctor. So a big clash between his daily identity and his dream world. И здесь было красноречиво как раз проиллюстрировано это во сне другого еврейского пациента, который сам являлся врачом, и у которого действительно происходило такое столкновение между тем, что он делал в жизни, он преданный врач, и тем, что он видел во сне. In this dream, a friend asked me to pick him up and to take him by car to an undisclosed destination. Suddenly, we're in the middle of an Arab village. My friend reveals to me that he is a suicide bomber, which will blow us up along with all of the villagers in an act of revenge. I awake in horror. В этом сне друг просит меня заехать за ним и подвести его в неопределенное место назначения. Вдруг мы оказываемся посреди арабской деревни. Мой друг говорит мне о том, что он является террористом-смертником, который и собирается сейчас взорвать нас вместе с жителями деревни в акте мести. Я просыпаюсь в ужасе. This dream clearly points out how a weakling can be taken over and commandeered by the shadow into committing immoral acts. Этот сон четко показывает на то, как тень может захватить слабое эго и вынудить его к совершению аморальных действий. In a different sense, this too was a big dream because it predicted the coming of a secret Jewish underground which sought to kill innocent Palestinians in retaliatory vengeance. В другом смысле, этот сон, это тоже мог бы быть большой сон, потому что этот сон предсказал появление тайного еврейского подполья, которое стремилось к тому, чтобы убивать невинных палестинцев в ответной мести. Okay, a new topic. Новая тема. During times of terror, there's an ever-current threat of what Jung called recollectivization, in which an individual is swallowed up by his collective identity. Во времена террора постоянно присутствует угроза реколлективизации, в которой индивид поглощается коллективной идентичностью. Jung introduced this term in the context of the dissolution of the persona. Юнг ввел этот термин в контексте распада персоны. And this is a quote by Jung. И сейчас последует цитата Юнга. For the development of the personality, then a strict differentiation from the collective psyche is absolutely necessary, since partial or blurred identification leads to a melting of the way of the individual in the collective through his identification with the collective psyche. He will inevitably try to force the demands of his unconscious upon others, for the identity with the collective psyche always brings with it a universal feeling of godlikeness, which completely ignores all differences in the personal psyche of his fellows. The suffocation of the individual, of the single individual as a consequence of the element of differentiation is obliterated from the community. Для развития личности строгая дифференциация от коллективной психики абсолютно необходима, так как частичная или нечеткая дифференциация приходит к немедленному растворению индивидуального в коллективном. Через идентификацию с коллективной психикой, которая неизбежно приведет к тому, что будет неизбежно приведет к попыткам навязывать требования своего бессознательного другим, так как идентификация с коллективной психикой всегда вызывает чувство общезначимого богоподобия, в котором полностью игнорируются все различия в персональной психике его собратьев. Удушение отдельного индивида и, как следствие этого, элемент дифференциации в сообществе уничтожается. So recollectivization occurs when a person, due to the stress that's going on, is reabsorbed back into the collective identity of the group. Реколлективизация происходит, когда человек из-за стресса снова втягивается в коллективную идентичность группы.
It can provide a wonderful and profound sense of belonging and togetherness that the abdication of individual ego may bring about. И это может обеспечить прекрасное, глубокое ощущение принадлежности, единения, которое вызывает отречение от индивидуального эго. But the process can be a numbing, soul-destroying experience, a robot-like fate imposed by society in which individual capacities are numbed, destroyed, or turned away from the task of creation. Но при этом этот процесс может быть переживанием онемения и разрушения души, когда подобная роботу участь навязывается обществом, в которой индивидуальные способности онемели, разрушены или отвернулись от задачи созидания. I felt the pull of re-collectivization most strongly with Palestinian clients, who for a moment saw me not as their caring analyst, but one of them. Я чувствовал тягу к реколлективизации наиболее сильно со своими палестинскими клиентами, которые на мгновение видели меня не как заботливого аналитика, а как одного из них. As an analyst, I try to encourage emotional freedom. Как аналитик, я стараюсь побуждать эмоциональную свободу. Therefore, I was relieved rather than hurt when one of my Palestinian analysts shouted out to me, "I hate all the Jews." Поэтому я почувствовал облегчение. Я не почувствовал, что это ранило меня, когда одна из моих палестинских анализандов выкрикнула: "Я ненавижу всех евреев." I was very happy that she was able to express her hate within the analytic container of the terminal. Я был очень счастлив, потому что она смогла выразить свою ненависть внутри аналитического контейнера Теменоса. And I'm ashamed to say, but once or twice I too was drawn into a counter-transference vortex and saw a patient not as an individual struggling to individuation, but as a primordial other. И мне стыдно признаться, что однажды или дважды меня тоже втягивало в вихрь контрпереноса, когда я видел своих пациентов не как индивидов, которые борются на пути к индивидуации, а как исконного другого. I think it's important to note positive responses to terror. Мне кажется, также важно указать на позитивный ответ на террор. I recall one patient who was present at a bombing in a cafe very close to my office, where actually, synchronistically, I had been sitting at the very same table myself just the hour before she did when the bomb went off. Я вспоминаю одну пациентку, которая присутствовала в кафе во время взрыва бомбы. Кафе, которое находится очень близко к моему офису и в котором синхронистично, буквально за час до этого, я сидел за тем же столиком, за которым сидела она во время взрыва. She fled, and her first reaction was what literary theorists call an inability to narrate. Она смогла, ей удалось сбежать оттуда, и вначале она испытала то, что в литературной теоретике называют неспособностью к нарративу. She couldn't put the pieces together. Она не могла собрать различные части вместе. She said, if I wasn't really hurt physically, then nothing happened. Shouldn't I have seen more, heard more, she said. Она говорила, меня не ранило сильно физически, тогда ничего не произошло. Разве не должна я была увидеть больше, услышать больше, говорила она. She went to great lengths to investigate what happened and to construct the narrative, but for many months she was unable. И она проделала большую работу для того, чтобы расследовать действительно то, что произошло, чтобы она смогла создать нарратив, но на протяжении многих месяцев она была не способна это сделать. At the same time, she began to be afraid to go to cafes, to going downtown, saying, how do you know anything is safe? И в то же время она начала бояться ходить в кафе, бояться ходить в центр города. Она говорила, а откуда я могу знать, что где-то безопасно? After another bomb, she entered my consulting room and said, are there any terrorists here? После очередного взрыва бомбы она вошла в мой кабинет и спросила, а здесь есть какие-нибудь террористы? Ultimately, she was able to construct a survivor mission, a reason why she survived. В
конечном итоге она смогла создать миссию выжившего и найти причину, по которой она была спасена. She began telling her story as part of a campaign to raise funds for a children's hospital that treats all victims, Jews, Arabs, Christians, Muslims, and then found meaning from what had happened to her. Она начала рассказывать свою историю как часть кампании по сбору средств для детской больницы, которая лечила жертвам евреев, арабов, мусульман, христиан, и это позволило ей найти смысл того, что с ней произошло. Jungian psychology encourages us to draw on mythology and archetypal images. Юнгианская психология побуждает нас обращаться к мифологии и к архетипическим образам. Today I want to use the biblical story of the survivors of the destruction of Sodom, Lot, Lot's wife, and Lot's two daughters as an amplification. И сегодня я хочу использовать библейскую историю выживших во время разрушения Содома. Это Лот, его жена и дочери, и буду использовать их в качестве амплификации. Inspired by the strange sculpture standing at the southern end of the Dead Sea, Lot's wife looking back is one of the most enduring images in the entire Bible. Вдохновленная странными солевыми скульптурами, которые стояли на южном краю Мертвого моря, жена Лота оглянулась назад. И этот образ является одним из наиболее стойких образов во всей Библии. As she flees the desolating destruction of their city, Sodom, the angel messengers who have come to save them warn her and her family not to look back. Когда они сбегали от опустошающего разрушения их города, Содома, появились ангелы-посланники, которые пришли для того, чтобы спасти их и предупредить ее и ее семью о том, чтобы они не оглядывались назад. But Lot's wife ignores their warning. Но жена Лота проигнорировала их предупреждение. She turns back and is transformed into a pillar of salt. Она оглядывается назад и превращается в соляной столб. Anyone who sees these strange pillars can well understand that how they're associated with the story of divine disaster. Любой, кто смотрит на эти странные столбы, может прекрасно понять, почему они ассоциируются с историей о божественном бедствии. What remains unclear is why Lot's wife deliberately decided to ignore the advice of her guides and bring her famous fate upon her. Why did she look back? Что остается неясным, это почему жена Лота намеренно решила проигнорировать совет ее проводников и навлечь тем самым на себя свою известную участь. Почему она оглянулась назад? In order to escape the very worst negative psychological effects, survivors need to create a psychic distance between them and the black hole of the trauma. Для того, чтобы избежать худшего негативного психологического влияния, выжившим необходимо создать психическую дистанцию между собой и черной дырой травмы. Turning back prematurely is the symbolic equivalent of being swept into that dark vortex. Когда оглядываешься назад преждевременно, это символический эквивалент того, что тебя затягивает темный вихрь. They become emotionally frozen within the psychological confines of the event. Они становятся эмоционально застывшими в психологических рамках события. Her image as a standing pillar is for me an evocative image of a person frozen in PTSD, looking back prematurely and so consumed by destructive energies. Ее образ стоящего столпа соли у меня вызывает образ человека, который застыл в ПТСР. Оглянувшись назад преждевременно, он оказался поглощен деструктивными энергиями. Mm-hmm. Some patients I treat are like Lot's wife, only able to look back and frozen. А некоторые пациенты, которых я лечу, они действительно похожи на жену
Лота, они могут только смотреть назад, и они застывшие. How can you treat such a person? Как можно лечить такого человека? Think for yourself, how do you treat these people? Or how could you treat these people? И сейчас для себя просто подумайте на мгновение, как бы вы могли лечить такого человека или как вы лечите такого человека. I believe our first role is to be a witness. Я верю в то, что наша первая роль — это быть свидетелем. To see and affirm the distress. Видеть и подтверждать там, страдания или расстройства. Often there are no words, but only what Martin Buber called a presence, whereby you convey that nevertheless there is meaning. Часто нет слов, а есть только то, что Мартин Бубер называет присутствие, которым вы передаете, что тем не менее смысл есть. Even in the worst traumatic or war situation, having a witness creates a third perspective that can become the basis of a healing and transcend the destructive gaze of the perpetrator. Даже в наихудшей травмирующей ситуации или в ситуации войны, когда есть свидетель, это создает третью точку зрения и может стать основой для исцеления и выхода из-под деструктивного взгляда насильника. As I've written, analysts have to be silence experts to listen to the symphony of what is not being said. И как я писал, аналитики должны быть экспертами молчания. Они должны слушать симфонию того, что не говорится. Some cultures are wise in silence. Некоторые культуры мудры в молчании. Japanese language has 21 different words for silence. В японском языке существует 21 разное слово, которое означает молчание. Some of my favorites are chinmoku, a spiritual practice of sinking to the bottom of self through silence, or shiginima, dwelling in silence among ancestral graves. Некоторые из моих любимых — это чинмоку, духовная практика погружения на дно своей самости через молчание, или шигинима, пребывание в молчании среди могил предков. Often, in when I'm waiting for a patient frozen in trauma, I think to myself, what can I offer? What can I do? Часто в ожидании пациента, который застыл в травме, я думаю, что я могу предложить, что я могу сделать. So much our training as Jungians focuses on symbols, interpretation, amplification, transfer, and counterance, but we forget the most fundamental act of healing is listening. Так много в нашем обучении, как юнгианцев, фокусируется на символах, интерпретациях, амплификации, переносе, контрпереносе, что мы забываем, что самый основополагающий акт исцеления — это слушание. Analysis unique in many ways, but the most important is the unique focus we give each patient. Анализ во многом уникален, но самое важное — это тот уникальный фокус, который мы даем каждому пациенту. There are many ways of listening. Есть много разновидностей слушания. Active listening, empathic listening, deep listening through the body. Активное слушание, эмпатическое слушание, глубокое слушание через тело. Sometimes I use Jung's type to help me listen in new ways. Иногда я использую типологию Юнга для того, чтобы это помогло мне слушать по-новому. I'm an intuitive type, and new ideas come to me easily. Я являюсь интуитивным типом, и новые идеи приходят ко мне легко. So sometimes I activate my sensation function and listen to the clothes my patient is wearing.
Поэтому иногда я активирую свою функцию ощущения и слушаю одежду, которая надета на пациенте. At other times, I know I must listen only with my heart to cultivate a silence for two. А в других случаях я знаю, что я должен слушать только своим сердцем, чтобы культивировать молчание для двоих. I believe the next important thing is to remember and affirm that what the patient has said is true and also a violation of human order. Я верю, что следующая важная вещь, которую необходимо помнить, это необходимость подтверждать, что то, что сказал пациент, это действительно правда, и что произошло насилие человеческого порядка. Survivors, exiles, refugees all live out the archetypal drama of death and rebirth. Выжившие, пребывающие в изгнании, беженцы, они все проживают архетипическую драму смерти и возрождения. Analysis and therapy, but especially analysis, are the only intimate relationships which are designed to end. Анализ и терапия, особенно анализ, это единственные близкие человеческие отношения, в которых заложено их окончание. Analysts almost always prefer a schedule mutually agreed upon ending to review the whole course of the treatment and experience more deeply the process of ending itself. Аналитики практически всегда предпочитают внесенное в расписание окончание по обоюдному согласию, когда можно действительно сделать обзор всего курса лечения и пережить глубоко сам процесс завершения. Such scheduled endings help the therapeutic experience itself feel good enough to accept that even though the experience wasn't perfect and not all the goals were achieved, good work was done. И такие запланированные окончания позволяют почувствовать терапевтический процесс как достаточно хороший. Принять, что, возможно, этот опыт не был совершенным, что не все цели, возможно, были полностью достигнуты, но при этом была проделана хорошая работа. Yet only half the patients who begin analysis end in a mutually agreed way. Но, тем не менее, лишь половина пациентов, которые начинают анализ, заканчивает его по обоюдному согласию. Some patients do indeed terminate treatment abruptly, and they do so in an impulsive, unplanned fashion, leaving the therapist helpless and hurt. Некоторые пациенты действительно прекращают лечение резко, и они могут сделать это импульсивно, незапланированно, и они оставляют терапевта беспомощным и обиженным, задетым. In this situation, the mental health professionals are most vulnerable, abandoned by a person in distress without knowing why. И в этой ситуации представители именно профессий психического здоровья, они оказываются наиболее уязвимыми. Они покинуты человеком, который переживал какое-то расстройство, и при этом они не знают, почему это произошло. Borderline patients with their profound attachment issues often find a measured ending too painful. А люди с пограничным расстройством, у которых глубокие проблемы с привязанностью, для них часто такое выверенное завершение слишком болезненно. Instead, they end with a goodbye kick. И вместо этого они уходят, брыкнув на прощание. The therapist always experiences these endings as bad and incomplete. И терапевт всегда, аналитик, всегда переживает такое завершение, как плохое и незавершенное. Okay, I think I'm a little concerned about the time, so I'm going to jump a little to the, just two sentences, to the next paragraph, in times of terror and war. And then I'll jump a little later on. In times of terror and war, we must learn to work with such unexpected and unplanned endings. Во времена террора и войны
Нам нужно научиться работать с такими неожиданными и незапланированными окончаниями. If we're lucky, we can learn how to transform a bad enough ending into one that's good enough. И если нам повезет, то мы можем научиться трансформировать достаточно плохое окончание в такое окончание, которое является достаточно хорошим. This is not easy. Это непросто. Perhaps my worst experience as an analyst was with a young international peace worker who I saw while she was working in Jerusalem. Возможно, худшим опытом для меня, как для аналитика, была ситуация, когда я работал с молодой девушкой-миротворцем. Я принимал ее, когда она лично, когда она работала в Иерусалиме. After she was transferred to the Democratic Republic of Congo, we continued on Zoom. И после того, как ее перевели в Демократическую Республику Конго, мы продолжили работу в Zoom. Our work was deep and fruitful. Наша работа была глубокой, плодотворной. We continued until one day she didn't show up for our online session. И мы продолжали до того дня, пока однажды она не пришла на онлайн-сессию. All my attempts to communicate through email and text went unanswered. И все мои попытки коммуницировать через email, через текстовые сообщения, все осталось неотвеченным. I'd hoped there were problems with the Wi-Fi, which had gone to a more remote area. Я надеялся, что просто были какие-то проблемы с Wi-Fi или что ее перевели на работу в какую-то более отдаленную область. I lived the life of not knowing. Я жил жизнью незнания. Her absence was all around me, but I was going on as if normal in the gray zone. Ее отсутствие было вокруг меня, но при этом я продолжал, как будто все было нормально, в своего рода серой зоне. Then the following week I learned the bitter truth. И затем на следующей неделе я узнал горькую правду. She had strayed into an unprotected rebel area where she and her companion were seized, murdered and decapitated. Она отклонилась со своего пути, зайдя на незащищенную повстанческую территорию, и там она и человек, который был вместе с ней, они были схвачены, убиты и обезглавлены. I often think we're protected from the harrowing stories of our patients because we've heard worse. Я часто думаю, что мы защищены от ужасающих историй наших пациентов, потому что мы слышали и хуже. This was a horror beyond my worst imagination. Но это был ужас, который выходил за пределы моего самого худшего, что я мог представить. I needed to mourn, but there was no one to mourn with. Мне необходимо было горевать, но не было того, с кем я мог горевать. I was alone in my solitary grief. И я был один в своем уединенном горе. Helplessness danced all around me. Беспомощность танцевала вокруг меня. I felt as though the evil done to her had entered my own soul. Я чувствовал, что зло, причиненное ей, вошло в мою собственную душу. But with time, the help of colleagues, dreams, I came to see my role not only as a bereft father analyst, but as someone who had been privileged to accompany her on her journey until it was time to part. Но со временем и с помощью коллег и снов я увидел свою роль не только как горюющего отца-аналитика, а как кого-то, кому выпала честь сопровождать ее в ее путешествии до того момента, когда пришло время расстаться. To go on her journey by herself. In Hebrew, we say at the funeral that the dead one has gone to their world. Olam halach le'olamo, a world created just for them, as if to the final, ultimate stage of individuation. И позволить ей продолжить ее собственное путешествие самой. На иврите, на похоронах, мы говорим об умершем человеке, что он ушел в свой мир. Мир, который создан исключительно для него. Это крайняя стадия индивидуации. Finishing at six, and
maybe in the discussion, the other parts will come up at a later time. So let's go to the last paragraph. My most important message. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. My most important message I've left for last. Своё самое важное послание я оставил напоследок. It's a message you know. Это послание, которое вам знакомо. In order to take care of our patients, we must first take care of ourselves. Для того, чтобы заботиться о своих пациентах, мы в первую очередь должны заботиться о самих себе. I understand this is not easy when you're a refugee or in the war zone. Я понимаю, что это непросто, если вы беженец или вы пребываете в военной, в зоне войны. So in addition to all your usual self-care, I thought of a few mini self-care items. И поэтому в дополнение к обычным способам заботы о себе, я подумал еще о нескольких пунктах мини-заботы о себе. These are simple exercises you can do anywhere to protect you from burnout. Это простые упражнения, которые вы можете делать где угодно для того, чтобы защитить себя от выгорания. Every day, put time aside for something reviving and refreshing your soul and your connection with self. Каждый день выделяйте время для того, чтобы сделать что-то оживляющее, освежающее для своей души, для вашего контакта со своей самостью. It can be as simple as taking a moment to look at something in nature, a leaf. A flower, a tree. И это может быть что-то совершенно простое, как, например, уделить мгновение тому, чтобы посмотреть на что-то в природе, на лист, на цветок, на дерево. I particularly like to look at grass growing in the cracks of the sidewalk. Лично мне особенно нравится смотреть на траву, которая растет в трещинах на тротуаре. It symbolizes a spirit that will not be crushed down. И это символизирует дух, который не будет сломлен. Or think of a friend who loves you. Или подумайте о друге, который любит вас. Or sing a favorite song. Или спойте любимую песню. Or a poem. Или стихотворение. I would love to hear your favorite song, but my favorite poem is the end of a poem by the great English poet Shelley. Hey, я хотел бы услышать, какие ваши любимые песни, но мое любимое стихотворение, последняя строка этого стихотворения известного английского поэта Шелли. And here's the line. Вот моя любимая строка. If winter comes, can spring be far behind? Если приходит зима, может ли весна быть далеко позади? This is a message of hope we need to give to ourselves and then give to our patients. И это послание надежды, которое нам необходимо передать самим себе, а затем нашим пациентам. One of Jung's most famous lines is that you need to invent a new therapy for each patient, and some say for each session. Одна из самых знаменитых строк Юнга – это что вам необходимо изобретать новую терапию для каждого пациента, а в некоторых случаях для каждой сессии. Некоторые говорят, что для каждой сессии. As you invent new ways to work with yourself and with your patients, you are carrying out Jung's vision. И когда вы изобретаете новый способ работы с собой и со своими пациентами, вы воплощаете видение Юнга. Speaking to you from far away, and yet from very close. I want to end by saying how proud I am of each of you in carrying out this holy work of healing, even in the shadow of war and archetypal evil. Thank you. Говоря с вами издалека и в то же время будучи очень близко к вам, я хочу закончить словами о том, насколько я горжусь каждым из вас за то, что вы воплощаете священную работу исцеления даже в тени войны и архетипического зла.